Здравствуйте. Представляем котел пищеварочный, квадратный, внутри круглый. Чаша круглая, по форме квадратный. Габарит 950 на 950. Значит, сетевая кнопка. Не будет воды залиться авария, красная лампочка. И поближе включение. Три блока по 5 кВт. 5 кВт, 5 кВт, 15. Общая мощность 15 кВт. Кран слива 250 будет стоять. Это краник уровня. То есть заливаем воронку. Кран, воду пока не пойдет с нижнего крана. Это наполнение парогенератора. Заливочный кран для подводки воды. Крышка у нас на гидравлике открывается. То есть откинули крышку. Повернули кран, залили воду. Отвернули кран, закрыли крышку. Здесь стоит вакуумный аварийный клапан. Ножки на виброопорах выставляются. Облицовка нержавейка. Ну, все, котел готов к работе.